Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Статистика утверждает, что ежеминутно 25% человечества испытывают сильнейшую боль. Как ее остановить? Как победить хронические заболевания? Сегодня мы нашли выход. Это обувь для здоровья, спецпредложение сегодняшнего дня. На самом деле, в этой обуви для здоровья, которая предназначена для вас, уважаемые наши дорогие телезрители, кроются три основных секрета, я их сейчас назову. Это акупунктурная терапия, это рефлексотерапия и это магнитотерапия. Все для вашего здоровья. Обувь для вашего здоровья. Посмотрите, здесь так и написано и заявлено. Обувь для здоровья. Мы сразу видим здесь невероятную красоту. Видим массажные головки, которые массируют наши ноги. Но обратите внимание, что у нас есть две модификации. Есть у нас вот такие красно-белые полоски. Это размер единый от 35 до 38. Есть бело-синие полоски. Это размеры от 38 до 43. Выбирайте тот размер, в который вы попадаете. Дозванивайтесь уже сейчас и приобретайте. Приобретайте свою обувь для здоровья. Посмотрите, пожалуйста, на наших очаровательных гостей, которые сегодня пришли к нам в студию для того, чтобы показать, как пользоваться нашей обувью, обувью для здоровья. Ах, как здорово они массируют сейчас свои стопы. Посмотрите, как это происходит. Как легко в них ходить. Какая великолепная подошва. Кстати, подошва дает аэробную походку. Так. Это очень важно, потому что еще хорошо держится осанка. Весь позвоночный столб, расправляются плечи. Мы набираемся с вами сил, и все благодаря вот этим домашним тапочкам. Они станут вашими любимыми домашними тапочками. Обувь для здоровья, для вашего здоровья. Ну, Василий, ну почему именно обувь? Почему мы, например, не шарф, не варежки носим? Почему? Как? А на самом деле открываю секреты. Итак, давайте все по порядку. Ну, для начала обратите, пожалуйста, внимание, что сейчас у нас произошло в прямом эфире. Так. Как тщательно проработалась стопа. Посмотрите, видны вот эти ямочки, которые сделали массажные головки. Посмотрите, как четко это видно. А теперь рассказываю. Лена, как ты думаешь, сколько биологически активных точек расположено на нашей стопе? Слушай, ну я не знаю вообще, нога отвечает за наши органы. Ох, сейчас упадешь, я тебя поддержу. Более 70 тысяч, посмотрите. Смотрите, вы пришли домой, как пользоваться легко обувью дома. Ноги затекли, гудят, как гири свинцовые предвешены. И вы посмотрите теперь, как сделаны. Вы на самом деле вставили магниты в нашу обувь для здоровья, потому что это магнитотерапия. Скажу сейчас, надели домашние тапочки и занимаетесь спокойно и легко своими домашними делами. И при этом происходит вот терапия. Да. Три вида терапии. Магнитотерапия, рефлексотерапия и акупунктуротерапия. Для вашего здоровья акупунктурная терапия. Вы тщательно прорабатываете, уважаемые телезрители, свою стопу. Все 70 тысяч биологически активных точек. А потому что наши биологически активные точки, ведь есть прямая связь наших внутренних органов с нашими биологическими активными точками на стопе. То есть, Василий, вот я сейчас правильно понимаю, что с возрастом наш организм как бы засыпает. Так тем более и сейчас есть. Весна, авитаминоз. Наш организм впал в спячку. Чтобы его разбудить, нам нужно промассировать все наши биологически активные точки. Тщательно промассировать. И это делает обувь для здоровья. Вот а я да. сейчас вам покажу, как говорится, лучше один раз увидеть, чем давайте. Сто раз услышать. Итак, пожалуйста, точка номер один. Вот у нас точка номер один отвечает за головной мозг. То есть, прорабатывая вот эту точку нашей обуви для здоровья, вы улучшаете работу нашего головного мозга. Вот посмотрите, пожалуйста. Итак, наконец, точка номер 18, печень. Прорабатывая эту точку, вы улучшаете работу печени нашего фильтра в организме. Легкие у нас идут, пожалуйста. Пожалуйста, вот они легкие на стопе. Прорабатываем очень хорошо легкие. Так, это вот, прекрасно. Да, посмотрите, есть еще, то есть да. сегодня мы, прорабатывая нашу стопу, пробуждаем наш организм. Наши органы начинают работать как часы. И если ваш организм уснул, то прямо сейчас пробудите его вместе с нашей обувью массаж для здоровья. Массаж точек, связанных со всем опорно-двигательным аппаратом, а также с мочевыделительной системой, хорошо прорабатывается. Желудочно-кишечным трактом и печенью, я только об этом сказал, хорошо улучшаете работу своего кишечника и желудки. Ну и, наконец, оздоровлением зоны головы, шеи, плечи, поясницы, снять это напряжение, которое скопилось за долгие месяцы, это возможно в домашних условиях. Вот я, например, для всей семьи выбираю, и не случайно у нас в гостях моя младшая дочь Анастасия. Посмотрите, вот сейчас у нее так промассирована хорошо ножка, нерадостно, потому что, вот знаешь, современные дети, они постоянно за компьютерами, за гаджетами, и переживают, что они в школе подхватят какой-нибудь вирус гриппа.
Лена, я еще скажу, чем здесь знаменита рефлексотерапия. Ведь сейчас у твоей дочери, как у наших еще двух гостей, у Настеньки хорошо прорабатывается стопа. Ведь это великолепная профилактика для детей функционального плоскостопия. Ведь это великолепная поддержка опорно-двигательного аппарата и поясницы, и коленного сустава, и тазобедренного. Вот очень хорошо. Посмотрите, как тщательно проработалась стопа. Отлично. Как тщательно проработалась биологические активные точки. Акупунктурным массажем, рефлексотерапией и магнитотерапией. Я сегодня расскажу об этом подробно. То есть сейчас получает сигнал головной мозг для того, чтобы правильно работать. Мы с вами улучшаем циркуляцию крови. Смотрите, авитаминоз. Сейчас во многих регионах эпидемия гриппа, потому что наш организм ослаблен. Но сегодня с помощью нашей обуви для здоровья мы повышаем наш иммунитет, пробуждаем наши органы и чувствуем себя великолепно. Меньше обращаемся к врачам и меньше пьем каких-то химических препаратов. Потому что наблюдается у 80% населения России буквально недостаток витаминов. Увы, ах, но это так. Уровень метавита С в организме ниже нормы бывает даже летом. Тщательно массируя стопы, мы с вами восполняем дефицит витаминов и минералов. Обратите внимание на эти головки, которые массируют наши ноги. Но также мы здесь видим еще и три магнита. Вот что это такое, Василий? Вот первый магнит, который расположен в пяточной зоне. Лена, великолепный вопрос, спасибо за него. Дело в том, что еще полвека назад, 50 лет назад, японский ученый по имени Накагава открыл новое заболевание и назвал его синдромом магнитного дефицита поля человека. Все дело в том, что у нас на Земле расположено много металлических конструкций, которые сбивают магнитное поле Земли и также сбивают наше магнитное поле. И вот здесь, в специально расположенных местах, есть три универсальных магнита, которые, кстати, сделаны из ферроборного сплава, который применяется в космической навигации, то есть обладает более мощными магнитными свойствами. То есть мы с вами, уважаемые телезрители, получаем, восстанавливаем свое магнитное поле организма, корректируем его и таким образом оздоравливаемся. Посмотрите, рефлексотерапия, магнитотерапия, при этом еще массаж всех наших акупунктурных точек, всех наших биологических точек, которые отвечают полностью за весь организм. Вот что значит обувь для здоровья. Ходите в ней каждый день, дома, отдыхайте, наслаждайтесь и при этом продлите свою жизнь. Жизнь без боли, полноценную и счастливой вместе с нашим телеканалом.